В прошлом году немецкая туркомпания организовала для желающих из Европы, в том числе из Германии, тур по достопримечательностям Кыргызстана на поезде. В этом году агентство намерено увеличить поток туристов из Германии в нашу страну. И для этого был подписан меморандум с Кыргызтемиржолу. Сегодня мы подписали меморандум о развитии туризма с госпредприятием Кыргызтемиржолу. В рамках подписанного документа в августе текущего года мы хотим запустить несколько туристических поездов из Германии. Очень радует, что эта сфера в Кыргызстане развивается, а мы в свою очередь будем увеличивать с каждым годом число туристов из Европы и Германии. У европейцев Кыргызстан вызывает большой интерес, поэтому Кыргызтемиржолу расширяет географию стран для сотрудничества в сфере туризма. В этом году, в августе месяце, мы уже планируем около 6 вагонов с пассажирскими туристами с Германии, с Европы, привезти их на наше озеро Иссык-Куль. Для европейских туристов очень интересна наша горная страна. Также у нас очень много красивых мест, поэтому мы будем максимально развивать. Я думаю, вот уже в августе месяце мы будем наращивать, и на следующий год, с каждым годом будем наращивать потенциал туристов из Европы. Более 10 крупных предпринимателей прибыли в Кыргызстан в рамках визита федерального президента Германии во главе с статс-секретарем ФРГ. Энергетика, логистика, строительство, переработка сельхозпродуктов, машиностроение и финансы. Бизнесменам рассказали о потенциально интересных сферах для сотрудничества и возможностях после строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Также логистические компании сильно заинтересованы, учитывая то, что эта потенциальная дорога может быть построена, и то, что Кыргызстан сейчас стоит на очень важном торговом маршруте между Китаем и Европой и Соединенными Штатами Америки. В этом ключе компании очень заинтересованы. Да, мы понимаем, что это их первый визит, для многих в Кыргызстан они первый раз приезжают, но 4 компании проявили очень большую заинтересованность и предложили обратно приехать в течение месяца для того, чтобы уже конкретно вести беседу и диалог касательно конкретных проектов. По итогам встречи немецкие бизнесмены подписали 5 меморандумов по разным направлениям. Данная встреча дала большой импульс для развития кыргызско-германских отношений. Джибек Исакова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.